have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Гримроке. Пара вещей произошла за это время, пока был перерыв между сериями. Я во время монтажа бегал, и я увидел, что там возле... Сейчас напомню, там же у нас стреляет молния. И я помню, что там возле самой... Как эта штука называется, которая эту молнию запускает? В общем, у самого... в самом конце коридора есть полочка с электрическими бомбами. Я помню, что я их... То ли брал, то ли не брал. После этого я загружался, не загружался. В общем, я решил пойти посмотреть, как вы видите по моим жизням. Я пошел и посмотрел. Но оказалось, что бомбы я там забыл, поэтому я их подобрал. Теперь у меня все хорошо. 8 электрических бомб, что неплохо, потому что с учетом, что мага мы качаем в огонь, то бомбы это у нас электрические именно бомбы. В данном случае являются неким, некой альтернативой. Кстати, я еще что хотел. Я хотел сравнить оружие... Топорики. У топориков больше урона. Получается медленнее скорость. Тут скорость 14, тут скорость 12. Угу. Я прикидываю, если я дойду до того момента, что я буду кидать с двух рук, что я буду ставить во вторую руку. Ладно. Фишка в том, что у нас здесь была вот эта вот кнопочка. Я сюда положил факел. Думал, может быть, что-то где-то откроется, но ничего не произошло. И я после этого подумал прийти сюда посмотреть. Может, я что-то упустил. Может, что-то не то происходит. Вот. И где оно было? Не здесь оно было, а где оно было? Сейчас. Я пока шел. Да, вот. Тут есть вторая кнопочка, оказывается. Я ее в прошлый раз не заметил. Поэтому нажимаем и ее. Ага. Тут есть еще такая штука. Блин, а где бы мне... Что-то не нужно это взять. Хорошо. Давайте смотреть, что у нас из ненужного. У нас есть крест. Нет, крест нужный. Хотя я не знаю, насколько он, кстати, нужный. Суд, который приговорил меня, та-та-та. На самом деле, что гора находится... О! Можно записки ложить. Я плохо спал последнее время. Есть эхо в моих снах, которые слабо интересно, что это. А, у меня тут есть еще одна записка, оказывается, которую я могу положить. Но! Что-то открылось или нет? На самом деле я ничего не услышал. О. Это странно. Ну, то есть тут кнопки нажимные, это понятно. Ну, плиты нажимные, не кнопки. А для чего и как? Тут может быть что-то. Я вот эту кнопку заметил, но, как вы понимаете, не хотел нажимать ее в офлайне. Не знал, что случится, поэтому я не знал, что произойдет. Поэтому сейчас я, возможно, немножечко потуплю. Уж извините, ребят. Но... Мне нужно понять, что происходит. Может быть, что-то где-то открылось. Слышите это? Ха. Так, ну это... Эта кнопка у нас, да, это у нас кнопка отсюда. Сюда мы положили. На все положили. А, вот еще одна кнопка. Ага. Ясно, понятно. Тут у нас котлета какая-то. Вяленый крот, понятно. Бумажечка. А что, никого не будет? О-о-о. Здравствуйте. Я, по-моему, что-то нашел. Ну, хоть не зря вернулся. Ладушки. Так, мешок у нас, кстати, пустой. Ну, посмотрим. Так, похавать. А, вот как раз тебе похавать-то и надо. Вот мы тебе крота и скормим. Вяленый крот ждет тебя, дружище.
Ты не пожалеешь. У меня есть пустая бутылка, одна. На всякий случай посмотрим. Пусть пока полежит. Итак, перчи тяжелые. Кольчужные перчи тяжелые. Защита 6. Пластичные перчатки 12. Так, а сразу сравним, что у тебя... А, у тебя как раз пластичные 12, и сапоги у тебя на 15. Все, понял. Тут пластичный сет у нас получается, да? Тяжелая броня, пластичные перчатки, защита 6, защита 12. То есть явно защита лучше. Точно. И сапожки 12 против 9 на 3 лучше. И что еще хорошо, то, что у нас вот кожаные ботиночки, мы можем наконец-то поменять на хитиновые. Да. У тебя просто кожаные. Значит, вот эти кожаные у нас остаются здесь. Блин, а теперь у тебя перевес получается, да, из-за всего того, что здесь происходит. Так, а я тебе отдал арбалет. Может быть, я тебе отдам что-то у нас ядовитое острие. Ой, это я могу. Стоп, если вот эти заряды у нас были. Да, стоп. Арбалетный болт. На, держи. И ядовитый болт тоже держи. Все, пусть пока там складируем. Тут у нас будет метательное. Прощай, это стрельба. Лук. Хорошо. Так, что у нас осталось здесь? Здесь у нас остались перчи кольчужные на тяжелую броню. Ну, то, блин, я не могу их сюда одеть. Они будут... Ну, хотя сколько они будут? Минус 10 уклонения. Минус 10 уклонения. Уклонение 24, прикиньте. Я практически в половину срежу ей уклонение, добавив при этом... Сколько защиты? 4. Не, спасибо. Оставляем их тоже здесь. Красиво. Нашли хорошие сапожки, нашли хорошие, как его, перчатки. Нужно ли мне позабирать свои записки обратно? Вот в чем прикол. Наверное, нет. Я так полагаю, что мне они не понадобятся. Хорошо. Так, минутку, а где тогда у нас топол? Вы слышали, за стенкой топол огромный этот огр? Гляньте, а там наверху дверь. Блин, а там дверь. А я не помню, открывал ее или не открывал ли. А, нет, стоп, это же дверь у нас железная, дверь. Все, я только сейчас допер до этого. Нам для нее ключ нужен, поэтому, естественно, я не мог ее открывать. Смотрите, сколько у нас тут этих молотков валяется. Просто кладбище огров. Ой, нельзя быть таким самонадеянным. Вот третий. Нормально, нормально. Три огра мы здесь убили. Три, Карл. Я просто крайне надеюсь, что они там не спавнятся. Это было бы просто очень печально. То есть огненных уродов я еще могу хоть как-то понять. А это записки, которые я выбрасывал, да? Так, здесь есть люди, которые... Да, это тоже записки, которые я выбрасывал. Все нормально, значит, я вижу, что я здесь был. Но теперь это определенно. А, кстати. О, слышите? Я думаю, сейчас я лишний вес немножечко. Все, что не касается, поскидываю Минотавру. Потому что у него и места больше, и... Ладно, пока что вот так. Огненный мудила там где-то ходит, да? Ну что ж, я готов обратно в этот лабиринт лезть. Я в прошлый раз туда ходил, теперь надо сюда сходить. Надо стенки прощупывать на предмет кнопочек, потому что, блин... Я же говорил, что я что-то давненько не видел кнопочек, и вот он у меня... подвело. Я в прошлый раз был невнимателен и вполне мог бы пропустить загадку, если бы я не задумался об этом на монтаже. То есть зачем я это открыл и зачем там напольная плита. Блин, тут такие лабиринты. Да, это я вытаскивал.
Лабиринты. Там вроде ничего. Вроде. А тут портал. Угу. Тупичок с порталом. В порталы пока не пойду. Порталам я не очень доверяю. Я туда пойду, когда я сначала... Ничего? Никакого звука не слышу. О! Хэ, хлеб! Здравствуйте, это я заберу. Зельце. Зельце-лечилка. Так, ну здесь слишком прям... Хлеб на пьедестале, нормально, да? Хлеб на пьедестале. Блин, если пощелкать правой кнопкой... А, правая кнопка меняет, да? А компас в руку мне оно не вставляет. Ну, это такое, ладно. Амулет меняет. Сапоги меняет. Компас не хочет менять. С черепом ничего не получается. Угу, то есть некоторые вещи... Правая кнопка оно мне меняет, некоторые вещи не меняет. Ладно. Тут некое... Блин, уж не знаю, как нажать, назвать. Закольцевание, что ли? Дверь. С ключом. То есть, как минимум, на меня оттуда никто не выбежит. Хорошо. Еще лечилка. Что-то... Зачем мне столько лечилок-то дают? У меня скоро хлеб закончится? Чему-чему меня игры научили за все эти годы, так это если тебе дают патроны и... И хилки, то тебя готовят к битве с боссом. Я, наверное, пока что не хотел бы босса. Мне, в принципе, нравится... Не, смотрите, лабиринт такой запутанный, но... Есть некие закономерности. Три больших площади... А, нет, четыре маленьких. И вот там, где портал, оно не закольцовано, кстати. Я практически уверен, что здесь где-то может быть кнопка, но стен настолько много, и они настолько одинаковые, что я вполне мог ее пропустить. Пойдемте, ладно, теперь в портал, так уж и быть. Посмотрим, куда нас зафигарит. Ребяточку. Ай. Вот, чешуя. Вы офигели? Меня, по-моему, убили, да? Да. Так, это было плохо. Я не сориентировался. Почему у меня здесь... У меня здесь огненная защита. Огненная защита мне не нужна будет. Мне нужен будет огненный удар. 5. Как минимум сюда, в угол. А, понятно. Нет. Это... А куда я хоть попадаю-то? Понятно. Так, бежим. А бежать мне сразу и не дают. Понятно. Их слишком много. Мне нужно найти хоть какой-то выход из этого всего. А выхода тут, похоже-то, и нету, да? Пока я всех... Не уделаю. Но это нереально. Это, черт побери, нереально, вы чё?
Сейчас я вам буду напрасно помпу тратить. Блин, да нет, ну так нельзя. Меня просто там затравливают и все. О, минус два. Валим. Нет, нет, нет. Все, мне хана, да? Нет, нет. Вот теперь мне хана. Ну, как бы что-то можно с этим сделать, но как бы нет. На это очень много попыток уйдет, если что. Ключ. Там можно взять ключ. Так. Все. Ясно. Это просто дурдомище. Все, меня заперли. Я вернулся. Ладно, теперь у меня, по крайней мере, открыто пространство. Так, я на это потратил две огненные бомбы. Ну, ладно, так уж и быть, я об этом не особо жалею. Теперь можно вот так вот бегать и их выуживать. А что мне там еще надо? Ну, блин. То есть я открыл дверь просто, чтобы сбежать оттуда, так? Так. Я кого-то убил. Где у меня, кстати, восстановление-то? Восстановление до черта далеко. Нельзя, чтобы убивали. Ясно. Блин, их слишком много, то есть... Наносим какой-то урон, возвращаемся, спим. То есть, ну... офигеть, это... Вот это страшная комната, просто страшная комната. Я не знаю, как ее проходить по-человечески. Там нет просто никаких оправданий. Я сейчас, да, там какие-то ножи, какое-то что-то где-то... Крит какой-то долбанул. Просто валим.
свидания. Под конец просто пару звездочек и все, до свидания. Ёлки, это просто... Ну, я там потихонечку кого-то выбиваю, что-то кому-то влепливаю, но оно такое все... Блин, воровку бьют страшнейше. Я пользуюсь фаерболами, во-первых, чтобы наверняка в кого-то попасть. Вот, как, например, сейчас. Во-вторых, по-моему, у фаербола больше урона, мне кажется. А, окружают, окружают. Все, этих ребят стало меньше. Они еще и друг другу мешаются, что тоже хорошо. Есть. Есть. Нормально. Попал же ж, тварь. Фух. Так, пора собирать. Ну, грибы, конечно, хорошо, еда тоже здорово. Но что я здесь делаю? Вот что я здесь делаю. Вот второй ключ, который мне нужен. То есть, по идее, мне я мог просто взять ключ и свалить. Кстати, череп. Опять. Третий. Еще один метательный топорик. Еще одно зелька. Да, немножко еды мы от них подобрали. Немножко того-то, сего-то. Че это вообще за кусок на карте? Это просто огромная территория. Мне до сих пор такое ощущение... Ну, допустим, это ключик от железной двери, но... Опять же, уровень мы можем покинуть. Зелька. Уровень мы можем покинуть, и никто нам не мешает покинуть уровень. Дело в том, что мы тут что-то, по-моему, не сделали. Посмотрите просто на карту. Есть огромнейший кусок незавершенный, во-первых, а во-вторых... А, стоп! Стоп, ребят! Это ключик... Это ключик не от железной двери. От железной двери серебряный ключик. Это золотой ключик. Это ключик от деревянной двери. Все, все. Теперь все сошлось. Значит, мы просто сейчас идем дальше. Я проверю по кнопочкам. Потому что у меня стойкое ощущение, что я точно что-то упускаю. Но я не уверен. Все, F5, кстати. Комната просто отвратительнейшая. Я не знаю, как это можно по-человечески выжить. Каким нужно быть качем, чтобы это выжить? Это просто рандом. Они приходят, окружают. И вот вы видели, сколько мне понадобилось попыток, чтобы хотя бы просто вырваться из окружения. Пойдем. Деревянная дверка, да? F5. Спать я пока что не буду, я думаю, что пока я тут хожу, путешествую, у меня потихонечку ребята восстановятся. Единственный плюс, который я пока что хоть какой-либо нашел во всем этом, что восстановили немного еды, потому что эти грибы съедобные в большинстве своем. Ключ-то отсюда, так, секунду, еда в мешок, не лази мне тут, зачем я зельку сюда взял, ладно, да я с перепугу просто. У нас вот еще хавчик, вот еще ключик. Зельку сразу, пожалуйста, на место. Все. Более-менее какой-то порядок навели.
Давайте мы сейчас нашего дружища покормим. Он у нас там любит помахать кувалдой. Тебя я чуть попозже покормлю, когда у тебя будет желтый показатель. F5. Ну, рискуем. Да, это отсюда явно. Кнопка. Ну, не кнопка, плита нажимная. Вторая плита нажимная. То есть мне говорят, приятель, наступи. И все в твоей жизни будет хорошо. Я не хочу наступать. Ха. Ничего. А, где-то там. Я могу факел туда положить. То есть мне не обязательно самому наступать на эту штуку, да? Да. Уголочек. Уголочек. Уголочек может быть для чего? Уголочек, если это секретка. Или уголочек от кого-то прятаться. Так, ладно. Я предполагаю, что все четыре надо нажать. Есть. Такой вот. Ха, F5. Ясно, понятно. Иди сюда. Во-первых, сразу огненную защиту себе врублю. Обойдешься. Так, хаваем, потому что если мне еще огнем прилетит. Критически отлично. Блин. Подставился, вот дурак. Фух. Так, что меня интересует? Меня интересует сопротивление яду 50%. Опа. Насколько быстро ты вылечишься. Я пока что наколдую еще одну баночку хилялки. Так, закройся. Откройся. Баночку хилялки, пожалуйста, в студию. Раз. На, это тебе. Скляночку верни, пожалуйста. Я не знаю, сопротивление ядом это такое. Нет, ну оно, наверное, же помогает. Это, наверное, не заразился. Я думаю, что просто одевать его уже поздно. Ждем. Они сейчас все подлечатся. Ну, кстати, бычара быстрее вылечился, если что. Нормально. Похавать тебе надо бы, надо бы. На, похавай. Пойдем искать дальше мои сюрикены. Я как-то хаотично убегал от них.
Все, все найдено, отлично. А где? Стоп, они вышли отсюда, да? Я, честно говоря, думал, дверь откроется. А, вот что открылось. Вот, 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 они все были здесь. Они все были здесь. Да, чтоб тебя! Там второй такой. До свидания. Там второй такой, вон он. Мне не хватило дальности, прикиньте. Вот два не надо. Ху-ху-ху. Спасибо. Нас хавай. Серьезно, блин, два промаха. Да, иди ты нафиг. Все равно шагрел. Фига ли ты промахиваешься, Вася? Ух, чуть не убил сейчас. Ух, опасные, опасные игры. Так, одна звездочка куда-то туда улетела. F5 я пока не буду. Я надеюсь, что это... Понадеялся. А! Ишь. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, паучки еще. Блин! Так, так, так. О, как ты удачно подлез под эту звездочку. Как я тупанул! Блин! А, я не те кнопки нажимаю. Я тупо не те кнопки нажимаю. Так. Раз, два, три. Елочка, блин, гори. А, ждем. А зачем я тогда? Ладно. Я сплю под заклинанием защиты от огня. Круто. Бык, что-то так восстанавливаешься медленно. Ну, что это такое-то, а? Ну, чувак, давай. Я понимаю, что у тебя больше всего снесено было, но нельзя так. Просыпайся. Лови. Есть, поймал. Красиво. Свидание, Вася, пяточка, блин. Где тут паук?
паука просто дезинтегрировали, по-моему. О, 9-я звездочка. Хавчик. Хавчик — это всегда полезно. F5. Не знаю, что меня тоже ждет. Посмотрим. Это ты кто вообще? Просто нож. Кинжал. 5, скорость 16. И что? Я его возьму, если что, куда-то положить. Еда. А вот как раз тот кусок уровня, про который он говорил, что выглядит так, как будто его не хватает. Вот он. Все хорошо, все нормально. Звуки там страшные происходят, но это... Оп! Здравствуйте! Секреточка. Че в ящичке? В ящичке у нас два метательных топорика. Вообще суперские. Три арбалетных болта. Идеальнейшие. Ящичек идет нафиг. Хотя у меня пока нету перегруза, его тоже можно с собой потаскать на тот случай, если где-то что-то как-то положить надо. Пойдет перегруз, я пойду избавляться от всех ненужных вещей, пока что пусть. Кожаная шапка? А зачем она мне на таком уровне? Броня 4. Такая у меня уже есть. Легкая броня у нас... Ребят, я что-то не понимаю, что здесь происходит. Зачем здесь кожаная шапка была? Она же явно не по уровню и не... На мага она нафиг не сдалась. У кого там сейчас? У тебя нет, не у тебя. У тебя? Да, у тебя. Верну себе факел. А, кстати. Раз такое дело у мага, то у меня хилочки нету. Сделаю-ка я ему тоже хилочку. Пусть будет у человека, а то будут его бить. Чтобы хотя бы было чем спасаться. Сюрикены. Отлично, уже 10. Мне очень нравится это оружие. Ну и по урону хорошее, и по скорости тоже хорошее. Так. Ага. У нас есть некая дверка. Где? Вон там. А, это дверь! Идите нафиг. Пять. О, да! Я прошел туда, куда мне нужно было пройти. Теперь, что творится здесь? Тут есть паук. О! Ну, теперь, кстати... А, нет, видите, это дверь какая-то. Да, меня это бьет. Я вас понял, бьет. Все, все, успокойтесь. Дверь. И ямы.
Ай, блин. Это было глупо с моей стороны. F9. Я думал, я сейчас добегу. Да загрузи уже. Я думал, сейчас добегу до кристалла. До того, как я еще... Ой, это до того, как я открыл. Давай серьезно. А это... А, это аж оттуда летит. Да, было такое. Все, вот, сюда мне. А, так. Вот эта штука, но это не дверь, это просто решетка. Там не забывайте, что еще, по-моему, где-то огр ходил, если что. Ключик. Вот бы мне сейчас свиток, да, защита от электричества, конечно, пригодился бы, но у меня его нету, здравствуйте. Хранилище... Чего? Дисмантлера. Так, стоп, я вот здесь вот прямо F5 нажму. Лицом поймал, молодец. Кнопочки, надо искать кнопки. Загрузиться я всегда смогу загрузиться. Стоп! Мне надо убить этого паука. Два попал, кстати. Попал. Не попал. Тут со стенки еще что-то бегает. Так. А, мне кажется, что если я убью этого паука, он там бегает и тыкает по кнопочкам. По-моему, из-за этого оно все стреляет, нет? Может, я ошибаюсь. 5. Блин, сразу отхавал. Молодец. Ты сдохнуть, например, не хочешь? Я не хочу в него кидаться ножами по той причине, что я потом не знаю, заберу ли я эти ножи оттуда или нет. Да и урона не дадут не такой, чтобы хороший. Мне нужно дождаться, чтобы кристалл проснулся. Опа! Все, отлично. F5. Да, я был прав. Это сволочной паук бегал мне тут по кнопочкам и стерил тварина. И поэтому по мне все стрелял. О. Что-то где-то открылось. Или мне кажется. Погодите. Стоп.
Мне, наверное, показалось. Стоп, послушаем. То есть, по идее, нужно как-то туда попасть, да? А что будет, если я внизу под минуточку F5? А, вот, кстати, вот эти двери. Улитки? Давно я вас тут, ребят, не видел. Спасибо. Просто еда халявная. Топорики. О, у нее начался перегруз. Так, значит, пора вот этот вот ножик, наверное, оставить здесь. Храм один. В смысле один? Это в смысле, что у него будет продолжение? Ну, наверное, логично. Я сейчас на 8 уровне был. Получается, 9 уровень. 9 уровень. Ну и да, и 10, скорее всего, будет финальным. Тут за стеночкой что-то... Так, это я не беру. За стеночкой что-то носится, но я сейчас на 9 уровне. Так что там пусть за стеночкой продолжает носиться, там все хорошо. А вот хавчик я заберу. Тебе пока не надо. Тоже неплохо. Окей. По крайней мере, упали, посмотрели. Теперь, вот эта вот штука, смотрите. У них нигде нету... О... Мне надо как-то сделать, чтобы вот этот пол закрылся. У него есть двери, значит, он закрывается. У этих дверей нету. У того есть двери. И есть некая кнопочка, которая без понятия, что делает. О. Я в тупике. Я не знаю, что мне делать. Ну, то есть, да, по-хорошему я... По-хорошему я могу просто свалить с этажа, но это же не то, для чего мы все это делали, правильно? Правильно. При каких-то определенных условиях эта штука должна сработать. При каких? Блин. Черт, я не знаю. Ну, то есть, явно, что вот этот вот люк должен закрыться. Тут ничего не нажимается. Да, этот люк должен закрыться, мы должны туда пройти. Это должен быть... Минуточку, может как-то две кнопки надо нажать? На время это возможно, да? Блин! Ахахах! А... Нет, это просто нам открыло решетку. Ты, кстати... Это просто открыло нам решетку. Странно тогда, что за кнопка, на которую я клад... Ох ты ж. Хранилище, воры, остерегайтесь. Так, я намек понял. И все? Тогда что это? Офигеть! Нет, ребят, это, конечно, может быть какая-то ложная кнопка, да. То есть я бы вполне подозревал такую подляну от разработчиков. Они могли такое... Ну, блин, серьезно, они могли такое... Я не думаю, что они могли такое сделать. Это может быть ложная кнопка, что она ничего не делает?
Мне кажется, как только я сюда зайду, мне просто звездец будет на месте. У меня такое ощущение, что просто вот сейчас будет разрыв шаблона. Так, стоп, ребят. Я сохранился на новый сейв и на... Я зашел. Кнопку видели? Секрет в секрете. Найдено сокровищ. Все золотые шмотки это сокровища. Ах ты ж, это коллектаблс. Я вижу, что там лежит что-то. Я это... Погодите. И как? Нет, ребят, я слишком далеко зашел. Мне нужно знать, как. Давайте F5. Воры, остерегайтесь. Тут нету места, в котором можно спрятаться, кроме как посередине или сзади. Но сзади решетка моментально закрывается. Что вы мне предлагаете? Тут. Тут. Я ищу еще хоть какие-нибудь нычки, хоть какие-то секреты. То есть, да, здесь, но здесь я не спрячусь. Здесь я не спрячусь. Вот еще есть нычка, в которой типа можно спрятаться. Ну, тут где статуи стоят. Я смотрю просто мертвые зоны, куда не попадает электричество. Оно сделано так, чтобы идти ровно по этому квадратику. И, раз уж на то пошло, давайте не забывать, что мы с вами не нашли ключа от железной двери. Я что-то сейчас только об этом подумал. Ёлки-палки. Блин. Так. Я себе просто карту да пооткрывал. А, черт. Лежит вкусненькое такое, а скушать-то его нельзя. Так, хранилище. Воры, остерегайтесь. В словах что может быть заложено? На тебе твой чертов факел. Наверху. Нет. Ну-ка, вот та кнопка еще раз. Она ничего тут не делает? Ничего. Блин. Че это вообще хоть такое? Это меч какой-то лежит. Это меч. Эта штука... Стоп. А на самой этой
Да, я думал, что я, может быть, что-то упускаю. Если закрыть дверь, может, на самой двери будут какие-то кнопки, но нет. Фиг. И я не успею тут... А, ну даже если я успею туда запрятаться, как я потом тупо выйду отсюда, если я успею... У меня такое подозрение, что эти штуки просто отстреляются и успокоятся. Только это надо пережить. А как это пережить? Ладно, ребят, погодите. Да, ребятушки, мне на самом деле немножечко стыдно, потому что я сейчас вне записи потратил еще некоторое время. И вся проблема в том, что у меня было неправильное мышление. Я искал, как спрятаться. То есть я посчитал, что выстрелы вот эти, они необратимые. Я просто искал, как спрятаться. А загадка оказалась в стиле Индианы Джонс. К сожалению, мне пришлось ее подсмотреть, потому что когда бывают какие-то маленькие загадки тут и там, которые ты пропускаешь, оно вроде как и ладно. А здесь ты уже дошел, нашел. Очень обидно было бы это оставить здесь. Нужно положить чертов факел и забрать чертов меч. И все. И ничего больше не случается. Просто разрыв мозга. Ай, как? Вот это очень подло на самом деле. Кстати, он требует навык мечей 15, а у нас сколько? У нас как раз 15, елки. Прям хорошечно. Так. У нас есть также огненный меч, атака 14. Сколько на нашем сейчас атака? Атака 19. Огненный меч нам нужен чисто, чтобы стрелять огнем. Скорость 15, скорость... Ну, у него просто урон не такой большой. Хотя я не знаю, он дает урон огнем или он просто плюется огнем. Вот это интересная фишка. Ладно, посмотрим. Теперь... Вот эту шапочку мы здесь оставляем. А, это нас от перегруза все равно не спасает. Будем сейчас смотреть, что выкидывать, что не выкидывать. Кинжал. У тебя тоже перегруз моментальный, да? Хорошо. А тебе надо покушать. Черепа ты не ешь, очень жаль. И у тебя перегруз. И покушать... А, все, я понял. У тебя перегруз был потому, что ты был голодный. Теперь... у тебя атака 27 и скорость 12. Атака 19. То есть скорость чуточку-чуточку пониже, но атака значительно выше, на 8 единиц. Конечно же, я это ставлю. Сабля у нас тогда, наверное... Куда нам ее девать-то? На весь 3,5 килограмма. Тут деревянный ящик. Ты пустой? Пустой. Вот деревянный ящик оставлю здесь. Золотые цацки у нас, оказывается, здесь есть. Это коллектаблс. Ладно, ребят. Извините, наверное, много времени потратил вашего, просто пытаясь решить это все. Ну, я потом еще, на самом деле, за кадром побегал. Еще меня кое-что смущает. Сейчас я вам расскажу. Я начал задумываться о том, где мне... собака! Где мне достать... Я там пройду? Ну-ка, или не пройду? Фиг, решетка, спасибо. Начал задумываться, где достать ключ от серебряный ключ от железной двери. И я вспомнил про кое-какую вещь. Сейчас, где оно тут было? Это здесь было? Значит, не здесь, значит, я ошибся. Я вспомнил, что я где-то слышал шаги. Да, ну здесь вроде негде. А где тогда? Здесь, к тому же, я все загадки уже решил. Где это тогда было? Сейчас я попробую по-быстренькому вспомнить. Я помню, что рядом была вот эта электрическая фигня. Да, я сейчас отхаваю. Угу. Вот! Слышите? Шаги за стеной.
шаги за стеной. Поэтому я думаю, что это где-то здесь, как раз на карте. Это такой маленький кусочек, куда может вместиться, наверное, еще полторы-две комнаты, я уж не знаю. Есть какие-то шаги, и у нас отсутствует ключ. И вывод напрашивается как бы такой, что, наверное... О! Я хотел сказать, я сейчас давайте между сериями поищу кнопки на стенах, но тут есть кнопка. О. Я туда не очень хочу выходить. Это, наверное, выход к бомбам, да? Которые у нас там, вон там были. Это, наверное, выход к бомбам. Значит, это какая-то не та нычка. Или нужно успеть выйти, отхавать. Где-то вот тут может быть кнопка какая-то. Надо поискать будет. Ладно, ребят. Все, ребят. Давайте тогда на этом заканчивать. Давайте я их отличу уже до конца. А то они пострадали за правое дело. Вот, серия на этом будет заканчиваться. Я думаю, попробуем решить эту загадку уже к, ну, на следующей серии, в следующий раз. Пока что вот тут вот F5 нажимаю. Есть шаги. Ну, я думаю, что кнопка где-то здесь справа. Надо будет, наверное... Ну, или не знаю где, или, возможно, тут где-то еще. Давайте, знаете, я вне серии еще тут вокруг стенок полазю. Раз нашлась эта кнопка, то, наверное, здесь есть еще какие-то кнопки. Не зря у меня вот последнюю серию и прошлую серию было такое ощущение, что я явно чего-то не донахожу. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.